Правительство региона представило свое видение ситуации на фабрике «Красная заря». Напомним, современное предприятие не работает с 2012 года. Долги по заработной плате перед сотрудниками составляют 24 миллиона рублей. Суд постановил погасить задолженность, но денег люди еще не получили. После официального запроса чиновники правительства согласились озвучить позицию власти. Только комментировать почему-то доверили директору департамента сельского хозяйства Дмитрию Дмитриеву. Предприятие находится в конкурсном производстве и проведена оценка имущества. Конкурсным управляющим планируется проведение торгов первые в октябре, последующие в ноябре, с понижением цены на один шаг. Мы предполагаем, что в рамках реализации этой концепции предприятие может перейти в собственность заинтересованному инвестору. Известна уже и оценочная стоимость предприятия. Она составляет 1 миллиард 700 миллионов рублей. Но еще в прошлом сентябре ситуация выглядела не столь мрачно. Правительство региона собиралось помочь фабрике рассчитаться с долгами и возобновить производство. Власти планировали принять в собственность долю уставного капитала «Красной Зари» в размере 81%. Было подписано соглашение с банком о сотрудничестве. Перспективы Павел Коньков озвучивал самые радужные. За этот период правительство должно решить вопрос о запуске. Мы сегодня уже ведем переговоры с инвесторами и рассчитываем, что в течение четвертого квартала, крайний срок, первый квартал будущего года фабрика начнет работать. Кредит позволит рассчитаться с невыгодными кредитами текущего дня, и при нахождении инвестора данный объект будет передан инвестору для дальнейшей работы. Но работать фабрика не начала. Что же помешало правительству вмешаться и помочь? Или даже сил властей оказалось недостаточно, чтобы вытащить фабрику из долговой ямы? Неизвестно. Комментариев по этому поводу чиновники правительства предоставить отказались. Но задолженность по заработной плате все же погасят. И если предприятие будет передано инвестору, и если желающего купить фабрику банкрот со всеми долгами не найдется. Оно будет продано и за счет реализации конкурсной массы. Это по закону. То есть задолженность будет погашена. Это должники второй очереди. Бывшие сотрудники «Красной Зари» на этой неделе собирались пикетировать здание областного правительства. Но от идеи отказались. Видимо, постеснялись отвлекать власти от предвыборной гонки. Будут ли их проблемы интересны после ее завершения – вопрос открытый. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, Денис Денисов, РТВ Иваново.